Мы в Воронеже познакомились с РОБЖ Лидией, да? Лидия, представьтесь, кто вы, чем занимаетесь, если это не секрет? Я занимаюсь производством растительных масел из растительного сырья, кандидат биологических наук, генеральный директор фирмы «Рускалима». Когда только начали изучать растительные масла, я долго не могла понять, почему масло подсолнечное нужно рафинировать. Потому что когда мы едим сами семечки подсолнечник, они вкусные и ничего в них вредного нет. И при изучении масла столкнулась с таким вопросом, что очень часто от качества масла зависит, вернее, от качества семечек зависит и качество масла. И я была просто шокирована, узнав тем, что очень большая часть масла, которое употребляется в нашей стране, производится с помощью экстракции бензином. То есть сначала семечки поступают на завод, выдавливаются прессом, затем поступают в такие особые экстракционные колонны, и на огромных предприятиях бензином из них извлекают масло. Ну именно как бензином, чтобы было вот понятно. Именно бензин, то есть проходит первичный жмых через такую высокую колонну, она несколько метров высотой, и заливается бензин, особая фракция бензина, нефраз, который извлекает дополнительно масло из подсолнечника. Мы же все думаем не о пользе для человека, а о том, как побольше денег извлечь из этого процесса. И после этого испаряется гексан, но в технических показателях есть такой термин, как температура вспышки. То есть получается, что в масле какое-то количество бензина остается. Конечно, человек не должен употреблять даже ни малейшее как бы, процентное соотношение бензина. Такое масло используют для приготовления в основном майонеза, то есть оно идет на промышленную переработку. То есть добавляя туда всякие различные вкусовые добавки, мы уже не понимаем, не чувствуем вкус настоящего масла. Когда мы долго изучали масло, то еще пришли к такому исследованию, что нельзя вообще растительное масло хранить долго в открытой таре. Поэтому я бы очень хотела, ну, небольшие такие простые советы, вот из того, что много лет этим занимаемся, следующего плана. Покупайте в основном натуральные масла, чтобы они были не рафинированные, понюхайте, сначала внимательно откройте тару, в которую вы купили, и если масло имеет приятный запах, не сильных пережженных семечек, то такое масло надо употреблять, и только не надо на нем не жарить, не добавлять его в какие-то продукты, которые вы варите, а нужно употреблять его в сыром виде, в салатах. И, ну, как бы, даже когда открываю календарь каждый день во время поста, там написано, можно ли употреблять пищу с маслом или без масла. То есть ни о каком другом продукте так не пишут каждый день, да? Это говорит о том, что масло нам растительно дано для нашего здоровья, и этот продукт совершенно недооценен, потому что по всем последним исследованиям из всех продуктов питания, которые мы употребляем, ну, конечно, нам нужны и белки, и жиры, и углеводы, только один класс именно жиров ненасыщенных влияет на продолжительность жизни человека. И если у нас существует огромная проблема в стране с питанием, то есть большое потребление насыщенных жиров, не растительных, а животных, животного происхождения, недостаток полинасыщенных жирных кислот. Ну, тут я еще бы хотела сказать о таком факторе, как масло подсолнечное, к сожалению, было губительно для здоровья нашей нации. Почему? 19-18 век. Во всех губерниях употреблялись масла конопляное, льняное, горчичное, которые содержали омега-3. Пришел 20 век и все уничтожил. И на протяжении многих поколений в нашем питании было только одно подсолнечное масло. К сожалению, оно не содержит так называемую полиненасыщенной кислоты омега-3. Это вещества, которые не синтезируются в нашем организме, должны поступать с пищей. То есть они сейчас рассматриваются как витамины. То есть можно говорить о том, что масло единственный продукт, который состоит больше, чем на 50% из витаминов. И работают они противоположно друг другу. То есть омега-6 сгущает кровь, то есть когда мы порезали палец, если бы этого не было, то мы бы сразу истекли кровью, да? А омега-3 разжижает кровь. Когда в питании существует только один фактор, который сгущает, это причина очень во многих инфарктов, инсультов. Поэтому мы сейчас в нашей компании работаем с
верующими Даниловского монастыря в Москве и хотим такую программу внедрить, чтобы возродить старинные масла, льняное, конопляное, маковое, ореховое, вот эти четыре масла употреблялись в основном, добавить к ним наши современные масла, которые содержат омега-3, с тем, чтобы вернуть в питание натуральные масла. Вот истократенько. А телефончик, кому станет интересно по маслу информацию получить? Пожалуйста, в любое время сделать, звоните. Совместно с вами. Значит, код Воронежа 4732. 38-61-37. Это мой мобильный телефон, который тоже всегда со мной, поэтому звоните. Отвечу на любой вопрос. Рафинированные и нерафинированные масла. Дело в том, что масло – это продукт, который состоит из двух основных как бы веществ, классов соединений. С одной стороны, это жирные кислоты, которые ненасыщенные, присущие для растений. А с другой стороны, так называемые сопутствующие вещества. Это фосфолипиды, сквален, фитостерины, предшественник витамина А, предшественник витамина D и витамин Е, которые очень нужны нашему организму. В рафинированных маслах при рафинации это все удаляется. Причем даже рафинация прессового масла происходит из-за чего? Торговля для себя выработала такой стандарт. Масло должно быть прозрачным, стоять целый год, и в светлой пластиковой бутылке, потому что так его легче продать. И вот эти сопутствующие вещества, они очень сильно влияют на наши обменные процессы. И при рафинации это все исчезает. Рафинированное масло может быть использовано там частично для жарки, хотя вот я не сторонник вообще, чтобы жарить на масле растительном, можно только на оливковом, потому что оно выдерживает температуру, а подсолнечное масло, когда нагревается очень сильно, там происходят такие биохимические изменения, что образуется вот этот запах масла, который в жареных пирожках. Вот, оливок. Да, ну это кетональдегид, вот они приятный запах имеют, но, к сожалению, очень не полезны для нашего организма. Поэтому, если говорить о том, что жарить, лучше или на антипригарных сковородках, или на топленом масле. А так лучше, конечно, тушить какие-то овощи. То есть нагревать не надо. Но рафинированное масло, оно потеряло такое, вот обезличили его, да, вот этих сопутствующих веществ нет. Вот часто спрашивают, первый холодный отжим, горячий отжим, чем они отличаются друг от друга? Когда мы просто берем семечки подсолнечника или тыквенные семечки и через пресс пропускаем, то это получается первый отжим, который очень полезен, и он обладает таким приятным запахом. Для того, чтобы извлечь ему больше пользы, затем его нагревают, подсолнечник или жмых нагревают, специальная такая влаготепловая обработка, и она, к сожалению, приводит к тому, что не очень полезные вещества тоже идут вот во второй отжим, поэтому их и приходится рафинировать. Но я считаю, что выращивание растений и производство любой промышленности должно ставить перед собой вопрос, а для чего это делается? Это делается для того, чтобы получить максимальную прибыль и приносить вред людям? Или это делается для того, чтобы получить качественный, хороший продукт, который бы принес бы пользу и работал на здоровье человека? Это благое дело, да? Когда человек даже вот, ну, как бы знает, что это неправильно, но делает, чтобы получить прибыль, это никогда ему хорошо не закончится. Поэтому масла должны быть все, конечно, только отжима без тепловой обработки. И мы за то, чтобы включить в состав вот, в рацион не только одно подсолнечное масло. Это должно быть и тыквенное, и льняное, и кунжутное прекрасное масло, на котором Авиценна еще готовил все свои лекарства. Да? Вернуть, как я уже сказала, конопляное нормального качества. А это должно быть масло, которое приготавливается как льняное в домашних условиях. И если бы мы могли возродить при церкви, в монастырях вот эти старые промыслы, которые давили масло и сразу же использовали его, это была бы очень интересная программа, потому что льняное масло долго не хранится. И в советские времена оно не использовалось для питания, его используют как оливку, потому что очень быстро идет окисление. То есть масло – это продукт, который постоянно в нем происходят какие-то изменения. И вот это надо тоже понимать и знать. И, в принципе, как бы, если у кого-то вот есть желание выращивать масличные культуры, есть желание с нами работать, мы с удовольствием приглашаем и хотели бы, чтобы это все пошло на возрождение нашего народа и служило для пользы. По последним исследованиям диетологов, это более чем 50-летние очень серьезные медицинские исследования, проводимые в разных странах. Ученых интересовал вопрос, как питание влияет на продолжительность жизни. И как известно, сейчас установлено, что больше всего, самая большая продолжительность жизни у жителей острова Крит и у жителей острова Гренландии. Что такое Крит, понятно, это средиземноморская диета, это большое количество овощей, рыбы, которые употребляют жители этого острова. А как же можно сравнить с Гренландией?
Оказалось, что жители Гренландии употребляют в пищу достаточно скудный рацион по сравнению со средиземноморским, но употребляют в пищу жир морских тюленей. А жир морских тюленей содержит достаточно много полиненасыщенных жирных кислот. И именно они определяют наш риск возникновения сердечно-сосудистых онкологических заболеваний. И, как оказалось, даже жители Гренландии живут дольше, чем жители Крита. Вот этот вот показатель определяется только наличием полиненасыщенных жирных кислот в пище. Так как мы, к сожалению, не можем есть с вами жир тюленей, я их ни разу не видела живыми в своей жизни, то нам Господь дал для наших российских людей, да, дал другие прекрасные источники полиненасыщенных жирных кислот, которые ничуть не уступают вот этим вот морским. Да. Это подсолнечник, если он правильно сочетается с маслами, содержащими омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. То есть употреблять можно подсолнечное масло, но один день подсолнечное масло, а другой день льняное. Следующий день, если это не пост, подсолнечное масло, горчичное масло. То есть те масла, которые содержат именно омега-3. То есть баланс должен сочетаться. И если говорить вот по исследованиям, то должно быть это 1:3, 1:2. То есть, подсолнечное масло и льняное масло где-то должны сочетаться на две части подсолнечного масла. Обязательно должно быть или льняное, или горчичное, или омега-3 еще содержится в тыквенном масле. Правда, его не очень много, но тоже содержится очень хорошо. И, как я уже сказала, разнообразие масел дает как раз именно защиту, в первую очередь, для печени, которая не может нормально существовать без фосфолипидов и омега-3, омега-6. Это защита сосудов, это наше сердце, это наш липидный обмен, это наш мозг. Это то, что главное для функционирования человеческого организма. Поэтому ешьте натуральные растительные масла, которые всегда вы можете определить их качество по запаху, потому что натуральное масло, которое не рафинировано, если оно приятно пахнет, не имеет никакого прогорклого запаха, оно только вам на здоровье и на пользу. Если вы открыли бутылку и почувствовали там прогорклый запах, лучше вылейте это куда-нибудь, потому что от этого будет только вред. Кукурузное масло. Только, к сожалению, рафинированное масло, тоже омега-6, ничуть не лучше, не хуже подсолнечного масла. Настоящее кукурузное масло, если его добывать натуральным путем, а не так, как у нас сейчас делают, сначала берут кукурузу, намачивают ее различными кислотными растворами для того, чтобы лучше отделить крахмал, а потом обязательно вынуждены проводить рафинацию. Содержит огромное количество натуральной массы, содержит огромное количество фитостеринов, полезных для сердца. Но мы такого масла не знаем, вот я в своей жизни не нашла его ни разу, нигде, ни на прилавках, и, к сожалению, мы эту технологию тоже не освоили. И еще хочу сказать, что растительное масло, чем быстрее вы его употребите, от момента его производства до момента употребления, это будет самый лучший вариант. То есть я бы его вообще ставила на полках в магазинах, где продают кефир. Потому что мы знаем, что есть молоко, которое хранится год, а есть молоко, которое хранится 7 дней. Вот растительное масло натуральное, нерафинированное, не хранится годами, как в торговля сейчас принята с рафинированными маслами. Поэтому лучше его потребить сразу после того, как оно было получено. Желаю всем здоровья. Так, то есть покупать самое свежее. Да, самое свежее масло. А еще лучше давить дома. Есть сейчас вот и за рубежом, и у нас, мы смотрели, как раньше страну добывали масла. Сейчас элементарные есть даже без, не похожи на мясорубки, такие маленькие пресса. Покупайте хорошее семенально, которое растут на севере. Вот я думаю, что в вашем регионе это самый лучший, качественный лен может быть выращен. И получаете его сразу и употребляете в этот же день. Вы себе даже представить не можете, как приятно пахнет натуральное масло, которое вот только выдавили сегодня из-под пресса. Это просто божественный аромат. Когда он начинает, оно постоит какое-то время, совершенно другие уже идут процессы. А где такие взять прессы-то? К сожалению, я очень долго пытаюсь давно это освоить. У нас есть только сейчас такой пресс, который изготавливается в Бельгии, вот по типу такому. Но можно было его сделать и у нас. Вот бельгийский пресс можно заказать и приобрести. Я несколько покупала, но меня их растаскивают мгновенно. Он достаточно небольшой, от свечи нагревается, и можно просто как мясорубка крутишь его, и можно получить масло. То есть
Если заказать, то можно нам прислать. Конечно, какой-то из заводов, если бы в России мог это сделать, оно элементарно, это элементарный прибор. Можно было даже сделать насадки, вот как сейчас делают у нас электрическая мясорубка. Можно было вот на это такой же самый двигатель, вот такую вот насадочку для масла. Ну вот, к сожалению, вот пока не доходят руки, потому что если бы только знали, какой это огромный класс этих растительных масел, сколько растений, столько масла, они все разнообразны между собой. Конечно, мы сейчас выращиваем новую культуру, мы работаем такой масло, как масло чуфы, очень интересная масло шалфея. То есть настолько разнообразная природа, а мы вот только одним подсолнечным маслом увлеклись и все. То есть нужно смотреть и в природе искать новые источники, полезные для здоровья. Вот не сталкивалась. Есть настойные масла, тоже очень интересно. Вот нужно было майонез, у нас есть такая программа, как нам бы очень хотелось. Вот тоже вот немножко как бы вариант такого даже вот совместного участия. Нам бы очень хотелось выращивать какие-то травы и делать на них настойные масла. Для чего? Если это возможно, то тогда получается, что масло можно приобретает более какой-то другой вкус, и его можно использовать вместо майонеза. Потому что современный майонез, он страшен для здоровья человека. Конечно, если вы его не сделали своими собственными руками, для того, чтобы он хранился долго, в него добавляют огромное количество различных химических веществ, которые потом долго циркулируют по нашему организму и не могут выйти, потому что нормальных биохимических путей нет. И вот как бы, если бы сделать масло настойное на травах, на травах даже, которые вот с удовольствием и на севере. То есть природа настолько разнообразна. Это была бы польза и для человека, и вкус, и заменить майонез вот на такие масла. То есть майонез лучше не употреблять? Лучше не употреблять. Это, вы знаете, это опасно для здоровья. Напоминает для кошек вот корм, который добавляют какие-то добавки, и кошка ест это. Как только высохло, испарилась эта добавка, попробуйте, кошка не подойдет. Точно так же майонез. Нам кажется, что он вкусный, потому что туда добавили огромное количество различных усилителей вкуса, консервантов, чтобы он хранился долго. Он не должен храниться долго. Конечно, это продукт, который быстро приготовлен. Есть, можно приготовить дома самим из желтков, но он хранится там буквально несколько дней. Масло точно так же сбить. Но это же наша лень, нам же хочется все сразу быстро в магазине купить и не задумываться ни над чем. А вот настойное масло могли бы составить конкуренцию. Как раз вот на этих травах. Зверобой, но зверобой очень лекарственная трава. Тут тоже надо к нему подходить аккуратно. Он тоже не всегда... И в каких количествах? То есть надо какие-то больше пищевых растений, которые могли бы вот вкус дать маслу.